В Чекале после длительного перерыва начал курсировать автобус. Решение о возобновлении этого маршрута было принято в связи с обращением жителей селения. Чтобы добраться на работу, им приходилось искать попутки или вызывать такси. Министр промышленности и транспорта Хайдарбек Бутов проблему в стороне не оставил. Теперь автобус по маршруту протяженностью почти 19 километров проходит по всему селу. С утра человек вовремя до работы доезжает и вечером вовремя. Разве это плохо? Даже очень хорошо. Дай бог, даже чтобы этот автобус ездил. Останавливали машины, вот так ездили. Автобус, конечно, нужен. Всегда он был нужен. Ну, спасибо, что уже выделили нам автобус. Ну, пользовались в основном мы на такси, там это. Ну, сейчас уже. Если там автобус уже, то это уже хорошо.